Да поимей ты совесть! С голоду ему, что ли, выздоравливать, аль как? Халява. Я же не задарма. На. Не совестно тебе? Я тебя поил, кормил, а ты... Тебе задание какое от командира дадено? Дитё кормить. Девица. Не хочешь? Сознания не хватает. А ежели я тебе за такое отношение поедалом врежу, чтоб не смывалось над нами, тогда и как? А ну, выдай. Выдай. Что ж ты делаешь, тварь безрогая? А я диву дивлюсь, чего это рыжий орёт? Оказывается, ты ее тут тревожишь. Взмок весь. Не подпущает вражина. А ты думал, и не подпустить, а суй не суй. С первоначалу надо тебя ейным молоком дитё помазать. Учуете она свой дух. Тогда подпустить к титьке. Вот как же. Давай сюда, дитё. Видишь? Чует! Стой здесь, а! Кажись, ухватил. Сосет! Теперь че-то рыжую. На всовое удовольствие перевесить надо тебя, потому как она есть тебя. Кормящий мать. Сосет! Из ручьев навстречу кулацкий отряд свернул. Ермаков приказал вам в кустах пока сохраниться. Едим. Подряд в кусты. Спешатся, приготовятся к бою. Ермаков велел их пропустить тихо. Он обойдет их лесом и накроет у развилки, где каменная баба стоит. Пожалуйста! Приготовиться к бою! Стрелять по команде! Приказ, чтоб ни стоку, ни бреху. Без команды не стрелять. Гляди в оба, чтоб не пикнул. Сунь ему соску. Thank you.
прощавай, Шиволок. Ты начинай мирную жизнь, а мы уж тут без тебя довоюем. Прощавай. Ты уж извиняй, Яков, что не снарядили тебя добрым конем и повозкой. Раненый вот. Спасибо, братцы, за все. Иди. Бывай. Сожрал все лошак окаянный. Нету более молока, сынок. Образован, видать, женщина. Вон в очках ходишь. А того не возьмешь в понятие. Не могу я больше при себе его держать. Верстов 40 от сель, отряд меня дожидает. Шел я пеший и его на руках нес. Видишь, кожа на ногах вся порепалась. Я вам, товарищ, объяснила. Детский дом у нас, а не ясли. Не могу я принимать грудных детей, да и мест у меня свободных нет. У меня дети подвое на кроватях спят, вот посмотрите. Местов, говоришь, нету. А мне куда его? В достаточности отряд им страданий перенес. Горюшка хлебнула выше горла. А ребенок-то чей, ваш? Ну да, мой это сынишка, мое семя. А матери не имеет. Вот видите, а мы только сирот берем. А мать-то где его? С маманькой его и вовсе особенная история была. Могу рассказать. Позапрошлый год наша сотня в аккурат гонялась за бандой Кошевого. Я пулеметчиком был. Ну, поднялись мы по тревоге и поехали на мельницу. Приехали, а банда и след простыл.
кругом разор, зерно по земле рассыпано, сотенный матюкается, подобрать, что не загублено. Ну, нагреб я котелок зерна, думаю, куда и сыпать? Смотрю, амбар. Заглянул я вовнутрь, гляжу. Чего там? Кажись, баба. Куда сыпать-то? Чего рот раздявил? А ну, бегом доложи. Товарищ командир! Товарищ командир! В амбаре бабу нашли! Удавленную! Живая? Два шеет. Аж в нос самогонкой сшибает. Дай. Баба. Да она вроде мертвая, али пьяная была, а допереча оживела на волке. Знакомая? Нетути. Что ты собой за человек? И почему в бессовестной видимости лежишь здесь? Да не реви ты. Али за бандитов нас приняла. Красные мы. Я сама в банде была. Под Астрахань меня взяли в подводы. Кошевой у них главачок. Кошевой? Неважнецкий меня однофамилец искался. Да. А тут снасильничали и кинули, как узнали, что сторож с мельницы убег. Куда ж ты теперь двинешься, такая? А что с ней станется? Бабы? Они живущие стервы! Прекрати, Чубуков! Нашли над кем дурь вылаживать. Ой, разберяли ты меня на месте, любезные казачки. Никуда от вас не пойду. Ай, братцы, правда, куда ж я теперь? Не ровен час, опять в банду попадете. Дело, Петрович, говорить. Как считаете, товарищи? Кто его знает? Твое дело, командир, давай, ты и решай. Жалость к ей поиметь надо. Как она есть, пострадавшая от банды. Вот ты и бери ее к себе на тачанку. Может, она дурной болезнью заразная. Тебе-то какая забота? Да я так об тебе пеку. Ну, отставить! Что ж, так и порешим. Поскольку ты, шибалок, непроворный до бабского полу, бери ее к себе на тачанку под строгую революционную ответственность и догляд. Понял? Понял. Уж очень я не шибко обожаю нюхать бабьи подолы. Принюхись. Да и сормотно бабу при пулемете держать.
Может, ее и шо кому? Нехай трошка у тебя подправится, а там видно будет. По коням! На конь! Котелочек забыли. Наберется. Как зовут тебе? Дарья. И сколько годов тебе, Дарья? Под 60. А без шуток? Давно забыла, когда в девках бегала. А муженек твой где? Вдовая я. С Красной Армии погиб, али как? Стало быть, супротив нас пошел. Без мужа как обходишься? А ты про что это? Про Енда, про самое. Ну, этого добра хватает. Свет-то не без добрых людей. Так-то служивенькое. Ой, сука. Напужал до смерти уж. Как же, напужаешь тебя? Ты хоть телешом-то не ходи. У нас мужики кругом. Хм. Не дома, в отряде воинском. Можем мне еще тулуп надеть и в нем полоскаться. Ну, чё переминаешься, как мерин? Или, мабуть, голой бабы не видывал? Быстро ты, бабонька, оправилась. А ты про мой грех лучше не поминай. Не твоего ума дело, какая печаль мое сердце холодить. Шибанок! Здесь я. Что за вид? Да я иди, вот. Распустились. Боевую сотню в табор превратили. На тачанке черт знает что. Убрать, чтобы в аккурате все было. Какой струн улыбнется и даже плечиком не ворохнется.
А завлекательно. Дура! Не спится, что это. Кругом весной пахнет. Каждая травеночка дурманом пьянит. Пошла скупаться за раз и не думала, что здесь кто-то есть. Ты вот что. Али ступай в другое место, али отвернись. Одеваться буду. А я завсегда здесь купаюсь одна. Ой, да я не смотрю на лось. Что это вы со мной такие строгие? Не улыбнетесь даже. Дюжа ты игриливая. А что это, плохо? Бывает и плохо. Знавал я таких. Ишь, куковите. Это я на нее загадал. Сколько лет на свете проживу. Она проклятая два раза шумнула и подавилась. Но, между прочим, я на нее не в обиде. Выходит, два годка могу смело воевать. Ни черта не убьют. Очень даже прекрасно. А за два годка должны же мы банду прикончить. Черт! Что красу свою стерегешь? Ты чего тут толкешься? Да я так, до ветра ходил. Во-во. Фу. Если тебе и впрямь Дарья нужна, то там она. Видать, баба не промах. Самого хочет метить. Ты... Вот, Дарья, ежели подбираешься ко мне, то отчаливай на эту сторону. Вижу я за последнее время, к чему ты клонишь. Ежели вы смущаетесь за свой авторитет, то я шла сюда в полной тайне. Никто меня не видел. Не хочу я свою революционную сознательность в распутстве с тобой марать. Господи! Да я же и не думала ничего такого. Спать ступай. Идем отсель. А ты наметом, наметом, Дарюшка!
Видишь? Эй, Даня! Давай-ка в наш звон! Не прогадай! Мы тебя за раз обучим, чему надо! Сопли подбери, коньяку потекешь. Срамотно бабу при сотне держать. Дисциплину блюсти не может, да и казаков смущает. Того и гляди, грех кого-нибудь ведет. Дарья! А ну подъедь! Ты вот что, Дарья, приедем в станицу, там останешься. Отъелась на наших харчах и катись по добру, по здорову. Аль не угодила чем. Да не, женщина ты справная, хозяйственная. Только мне бабское дело воевать-то. Присватается к тебе шальная пуля, потом сама ж плакать. Смеет-то она и где хочешь, на лапы идь. Фу! А куда же теперь одна денешенька денусь? Ну? А черт! Отчетку! Отчетку! Балку понесло! Ремонтов! Обходи с флангу! Без сигнала не стреляй! Дело дура убьет! Вона, стыд. Из-за пьяных бандитов чуть тачанку не сгубили. Одна баба вспопашилась. По коням. По коням! Ермаков, строй сотню на дороге! Куда не спрашивать, без команды не лезь! А то откинешь копыта раньше сроку! А за тачанку выношу тебе, Дарья, мою командирскую благодарность. Спасибо. Цыш, возьми меня в кучера на вовсе. Я ведь с коньми могу не хуже нового мужика обходиться. Кто были ваши родители? К какому сословию принадлежали? Сословию. Сословию. Батрак? Командир. Землероб, землероб, землероб. Все пишешь? Над каждым словом три пота лью. Военком покойный все стыдил. Слово, мол, правильно не пишешь. А еще командир сотни. Надо, говорил, учиться, чтобы уметь управлять нашевской республикой. Вот и заявление в партию, как следует, не сумею написать. И не примут вовсе, как про грамотность мою узнают. Примут. Подыщи другого. Кто бы сумел без урону две банды сничтожить. Правильно я говорю, Шибалок?
Эх, в город бы уехать. Учиться бы. В городах там власть рабочие держат, а у нас председатель станицы. А у вас советская власть, вот он, Дугин. В общем, Дарью не видал. Беднейшего казачества. Нет. Выборная власть, советы. А сверху кого? Сверху? Да. Такого выберу. Тебя выберут, ты будешь сверху. Слушай, Никола, да? Ты партийный или так командуешь? Да нет, еще не вступил. А что? Я думал, если ты партийный, про Ленина спросить. Чего же ты хотел спросить? Вот интерес имею. Из каких народов Ленин будет? Ленин? Словом, да, где он родился и произрастал. Ленин-то? Да. Он русский. А верно, он русский. Эй, нет, сынок, ты, видать, сам плохо об нем знаешь. Знаешь, каких он кровей? Наших! Сам он из донских казаков. Родом из Сальского округа, станицы Великокняжской. Служил батарейцем, понял? О. И личность у него подходящая, как у низовских казаков. Скулья здоровенные. И опять же глаза. А ты-то откуда? Казаки. Ну, я и слыхал. Да нет, он русский. Симбирской губернии рожак. Не знаешь ты. Сам я товарища Ленина не видал. А военком мне много рассказывал. В революции его встречал, в Питере. И я и сам про это так понимаю. Пугач из казаков. А Степан Разин. А Ермак Тимофеевич. А, ну вот, вот тут оно. Все, которые беднеющий народ на царей подымали, все из казаков. Верно говорит Кузьмич. А он Сибирской губернии. Даже обидно, Никола, слухать такое. Ну, а ежели он нашинский казак, батареец, то откуда он мог такую огромную науку подчерпнуть, а? Да, об этом мы тоже чуть не до драки спорили. Он зубец. Ты, милок, видал его? Да ведь... Нет, жалко. Кузьмич, ты чего не знаешь, лучше не городи. Нет, 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 Никола, ты не спорь со мной. Ильич казак. Казак. Ты уж там тень не наводи. В Сибирской губернии и на корню таких не бывает. Они так говорят. Где была? По степу гуляла. Ишь, какую завычку взяла. Соскучился ли как? Ту! Опять идей-то хмельного стерва хватило. Учуял, ну и хватило. Отдай. Нашлись добрые люди, не вам ровня. Соседний хутор бегала. Говзенка вот выменяла. Ой, боссы. Да еще, кое-что по нашему бабскому делу. А нельзя. Куда еще? Здесь я ближе.
жерделах поповского сынка в председателе метют. А где выходить, что банды хотят все по-старому вернуть? Ярмо деревянное на шею трудовому крестьянству надеть. Времена, но не такие. Слухай, Никола, а большевики когда власть напрочно возьмут? Какую власть они нам установят? Ты есть боец Красной Сотни, и дисциплину воинскую обязана блюсти, как все прочие. Прощай, кустарик молодой, не щепи меня за белое лицо. Все воспитуешь меня, а мне ваша святость, во как. Ну и ходила, ну и пила. Бабы хуторские дымкой угошали, местях долю бабью оплакивали. Это как? Тоже нельзя. Ой. Бедная ты рысь, несчастная бабенка. А ты жену свою пожалей, когда домой вернешься. А я без тебя жалельщиков найду. Вон она, улегся. А ты скажи, разве осилить вам казаков этих? Ты вот чего. Ты эти бабские брехни кинь из головы. А то, гляжу, Смельнова дюжа языкастая стала. Нет, ты погоди. Молчать ты умеешь, а ты ответствуй, почему казаки супротив вас идут. Казаки разные бывают. Я тоже казацкого роду. Ну, а чего ж ты чужаков, комиссаров, слухаешь? Они по степу фабрик понастроить, казачество тебя лишать. Коммуну хотят и сделать, чтоб все было мирское, и бабы, и земля. И ведь нас баб под общее дело спать загонит. Тьфу, это мне верный человек говорил. Какой такой человек? Большевики другую линию ведут. Да какую такую другую? Землю у богатеев отбирают и народу отдают. Да земли-то они у тебя отберут. А у меня и отбирать нечего, Николай, ни двора, потому что балком и прозываюсь. Мабуть, кому бандиты и свои, только не тем, кто за один прокорм хребтину гнул. А у нас так всего вдоволь было. Хозяйствовать умели. Не ленились и не бедовали. А теперь их что? Да не справен я тебе словами объяснить. Сам дохожу ощупкой. А у тебя все с подковыкой. Да ничего, кроме разору, ваша власть казакам не дала. Ты это брось. Ежели такой разговор, вали отсель. Твои слова вражьи. Да погоди. Нечего ходить. Желаешь со мной дальше идти, иди. А нет, так баба с возу кобыле легче. И я тебе больше не указ. Видать, нету одной правды в жизни. Нету? Я ведь какой год воюю. Всю германскую в окопах. И газов ихних наглотнуть пришлось под Дубно. Оттого и опышка у меня теперь. А после сам за советскую власть с беляками биться пошел. А теперь что же? Банды хотят все вспять повернуть. Не выйдет. Погоди. Не выйдет. Ну, погоди. Верный человек. Мало ли, чего не скажешь спьяну. Эх ты. Не серчай, Яков. Я это под сараем ляжу. Душно здесь,
блохи кусают и... Встанькась. А тебе не жаль, что меня блохи одну здесь изгрызут? В местях-то я ж пополам. Не дымил бы ты, Яков. Аж не голова вспухла от твоей махры. Да ведь потухла она. Шибанок! Сколько у тебя патронов осталось? Да на ленту, не более. Отдашь половину взводным? По 2-3 штуки, чтобы на брата. Приедем в станицу. Накажи бойцам, пущай попридержат языки. Надо бы на очень секретной тайне содержать от жителей... Что патрон не имеем. Ладно. И чего это, Шиволок, у тебя? Кучер такой невеселый. Да иди бабы, они того. Под горной отдохнем. Пока патрон не подвезут, отсиживаться будем. Опять, Дарья, кривая дорожка нас с твоими обидчиками свела. Из Дончика упреждает нас. Атаман Кошевой где-то волком в нашей округе ходит. Никак испужалась. В обиду не дадим. Ты и впрямь квелая стала. Да притомилась я от жизни такой, который месяц с коней не слазим. Всю зиму по чужим хатам бедовали. А что проку? Не успеете одну банду сничтожить, другая объявляется. Это тебя не касаемо. Сказать-то я могу. Ты не шуми. А что мне, за место кучера с тобой ехать, с одними коней гутать, что ли? Сколько в местях мы слова лишнего сказать жалеешь. Я с мальства такой. Жизнь обрехать отучила. Да тяжелое я и сделал, ты не приметил. Как же тут не приметишь? Вон рессорина на передке аж осела от тяжести. Казаки и то и ржуть. Смотри, Шиболок, кучер твой с харча казенного какой гладкой стал. На козлах не умещается. Тут, можно сказать, война, а ты этакое разводишь. Вот ты как загутарил. Может, я не с тобой путалась? Может, от кого другого забрюхатила? Ну, Будя, Будя. Это я того, без укору. Ты легла бы там. Ловчей будет. Кто такие? Музыкантская команда из Ростова. Следуем Миллеру по случаю торжеств. Кто же вас двинул в такую даль без охраны? Банда шарит в округе, а у вас одни эти дудки. Мы должны были следовать вместе с протоотрядом. Прождали их в ручьях 3 дня. Харчи кончились. Теперь следуем сами. Да под горой можете следовать с нами. Накормим, обороним. Ишь, бугаи проклятые. Бабы тут пупы надрывают. А они еще пришли с музыкой. Вас бы вместо волок за букарь да дышлыны. А что, братцы, пособим? Могем. А ну, вжарим музыку. Просто.
три, четыре. Солнце бе, а ну погоди, вешая, проклятущая, остатичная, ого! Хватит, сынок, хватит, а то людей попутишь. Не боишь, маманя, а не умеет так морщит, но я дурака. Пошли, пошли, бабки нам по горыть поставят. Ого, церкви вешаны. Уйдем от Ильяш. Дитя уж стукает. Объедем раньше, думку поиметь надобно было. А ты думал? А поскудил их в сторону. Я навязываться не буду, не жди. Дозволь проводить, лапка. Да в провожатых не нуждаюсь. Пойли. Да ведь я сам видал чужими мужиками. У кого-то сам балакала. Своими, значит, брезгуешь. Брезгую. Особливо теми, кто за чужим подолом приглядывает. Ну, Будя, Будя. Сбрехнул слово, не обижайся. Пойдем, хозяйка вечерить звала. Мутить меня от еды, Яша. Уйтить хотел. Совсем уйтить от вас. Сродственники отыскались в соседнем хуторе. Да не смогла вот. Не чужой ты мне стал, видать. Запуталась я. Ой, как запуталась. Господи. Чего тебе? Куда меня ж? Пойдем на теле. Скорее, Яш. Яш. Травами-то как пахнет. Ландыш, я завсегда их весной сбирала. Принесу в хатожник, голова кругом идет от сладкого дурмана. На цветочки глядеть будила. Уйдем от Ильяша. Нас отпустить, хозяйство свое заведем. Родня моя поможет, чем надо. Дитё ведь будет. А другие что, без детей? Сон я страшно привидела. Через это, видать, все у меня в голове и помутилось. Сама не знаю, что и делаю. Идем от Ильяша. Что кобылы жеребые, что баба брюхатая. Никогда не угадаешь, как у дури зачнёт вылаживать. Чего смотришь-то? Не как топот конской. Пойдем к воде. Душно здесь, скорей. Банда. Скорее на тачанку. Что? Сдурела? Нельзя мне теперь еще, не могу. Эх. Не ходи. Пусти. Эх.
комиссаров музыкой услаждали. Рвань тамбовская. Приготовиться! Дай Боже царя храни. А из нас никто старого гимна не играет. Никто? Интересно. Понимаете, у нас все молодые музыканты. Нам старое не приходилось играть. Мы все больше революционные марши играли. Вы им похоронный марш закажите. В самый раз будет. Интернационал, надеюсь, исполните. Ну, давайте, давайте, братцы, не бойтесь. Давайте. Ну, раз приказываю. А ну, сдавайтесь, красные беспатроннички. Воскрес! Пошел! Чего и что там? Никола. Николка. Живой. Кажись, атаман.
свиделись с подлюкой. Свиделись. Пошли. Мое перевязать его. Дарья! Где мы? Ну как? Много наших. Говорю правду. Накрутили нам хвосты. Вот ушли, остальных постреляли да порубали в сполохи. Видно, кто-то сообщил банде, что патрон не имеем. Вот они и потешились. Музыкантов не сберегли. Дарья! Дарья! Ильяш, уйди. Моченьки нет. Помираю я, Яша, вот. Да будете душ рвать. А ну, подними-ка голову. Не послухался ты меня. Оправимся. Опять в Назирку за бандой двинемся. У нас путя одна. И впрямь. Святой ты. Как помру, ты сам, Яша, обмой меня в Дону. Не хочу, чтоб чужие. Хочу чистой быть. Окстись, ну, что ты все об смерти заладила? Погоди, не мешай. Я уже ударить тяжело. Растрясло меня шибко. Не разродиться мне будет. Хочу повиниться. Ну, тобой. Винись, ляд с тобой. А знаешь, кто банде сообщил, что у вас патронов нету? Кто? Я. Да что ты, дурная? Собачья бесила обтрескалась. Не тот час, чтобы гутарить. Лежи и молчи, силов набирайся. Я в банде своей охотой была. С ихним главачом тягалась. Год назад послал меня кошевой в сотню к вам, чтоб всякие сведения им сообщала. Любила я его, тому и согласна была на такое. А для виду снасилованной представилась. Но и сообщала, а после,
Шел атаман со своими за Дон. Сотня Мохова его побила. Ну, я и след их потеряла. Недавно ваш хохол доглядел, как с чужим мужиком гутарила. Наш это был от него. Хотела я тогда назад на всех с ним податься. До тебя надумала с собой вести. Знать, не чужой ты мне стал, Яша. Помираю, что в дальнейшем всю вашу мужицкую сотню перевела. Убей! Виновата я перед тобой, шибче бей! Ох, Яша! Жива, Яшенька, и ребенок живехонький, Яша. Что же ты молчишь, Яша? Куда же ты, Яша? Ваня! Слышь, хреновину какую запалила мне дарит. Людей доводилось убивать не робел, а тут вот забилась она в яры, в бурелом. Вымыну нашла, ну как волчица. А я, считается, родить. Да не интересно мне всякие такие разности про твою бабу! У меня конь болевой пал! Как же... Алёха! Командир помирает! Ефим! Командир! Петрович! Да ну тебя! Маманя, Иваныч. Здесь я, Николушка. Помираю я, Иваныч. Чубукова возьмешь, сотню соберете. Связь.
убью я ее не из страху, а по совести. За тех братов-товарищев, какие поклали свои головы через ее изменчество, за командира нашего. Рехнулся. Изменщица она, Дарья-то, через ее банду узнала, что патрон не имеем. Гадюку пригрел. Нас продал! Давно я смекал, что тут дело нечисто. До тебя самого заем! Дарна! Сколько людей за этой подлюги порубано! А ты не сипяти! Пускай толком расскажет! Говори, Шиволок! Хотел я ее тут же прикончить. Как сообщила мне. И вижу, дитё у нее образовалось. Мокрое лежит. И верещите, как зайчонок. Ну и не смог. Ты толком, хутарь, разболтала, али как? Подосланная она для сведений. Где она? Волоки ее сюда, суд наведем! А ты не бойся, тебя не тронем, а бабу твою в землю втопчем! Давай ее сюда! А Инна распыла ее сотрудья! А вот что доказала! Подожди, Чебуков, она же мать, у нее дитё, это ж посчитать надо! Сука она! А ну, тихо, горлопаны! Не тот час, чтоб киповень промеж себя разводить. Нечего тут самосуд над бабой налаживать. А то мы навроть банды будем. А нам этого невозможно, товарищи. Схороним боевых товарищев. Командира нашего, что за власть советскую. За народ трудовой голову поклали. А там с Дарьей порешим. Судить ее будем. Как положено. Вот. По совести. А теперь разойдись. А Дарья где? Надо в оба глядеть, чтоб не сбегла от нас. Хочешь ты теперь и командир надо мной? А это дело нас с Дарьей одних касаемо. Ты чего, Яш? Аля разбрехал им все. Ну. Не дам я тебе дитё грудям припущать. Коли родился он в горькую годину, пущай, не знаете материнского. А теперь изменишься, не могу в живых оставить. А дитё?
плотство. Дозволь скормить, а там и убивай. Я согласна, я. Нет. Становись к Яру спиной. По совести за все то, что за товарищев, что сгубило. А с пыл пойдешь. Мужичья, это такой наказ дали. Я не нам, Яша. У нас так будет, Яша. За дитё не сумлевайся. К смерти не допущу. Вставай. Где Шиволок? Поступил я по совести, как сердце мне велело с Дарьей. Неужто прикончил? Дитё вот осталось мужского роду. Парень, поимейте и вы сердце к дитю, братцы. В нем мы с ней половинные участники. Мое это семя. И пущай при мне оно остается. У вас есть жены и дети, а у меня
окромя его, никого не оказывается. Нехай твое семя растет. Тело заплывчиво, дело забывчиво. Нехай из него выходит такой же справный пулеметчик, как ты, Шаболок. Эш, молчать, даже не орёть. Наврот тебя молчуном будет, а? Не наше с тобой дело шить-то. Да уж ничего, как-нибудь того. Образуемся. Вера? Слабел, малец. Хуже ножа по сердцу. Такую домашность напоминает, хоть ревом реви. Вот и мои сидят, небось, по лавкам гадают. И где это их батянька по свету скитается? Эти... И чего это ты с ним все носишься? Батьке вязы свернуть, сын будет власть собственную оборонять. Все память по Якову Шаболку. Красиво гутарить стал. Да только пустое это все. Помрет без матки твое потомство. А ежели посчитать, то, может, оно и не твое на вовсе. Да ты гляди, не чужого ли вскармливаешь? Маманя. Ты зря не бреши. Хоть бы он атаманов был, куда ж теперь денешься? Обязан я его на ноги поднять. Дарья в ее смертный час обещал. Охламон. Прав, Чубуков. Не могёт дитя без груди материнской, потому грудным и прозывается. А на Чубукова не серчай. В таком разе каждый сам себе судья. Ефим! Ефим! А ну, подымись-ка. Слышь, Чубуков, дай мне наган, что от командира остался. В Подгорную пойду. Может, пристрой иди. Хозяюшка, ты не боись. Че надо? Ну как же, на постое у вас были. Старуха сказывала, дитя грудного имеешь. Ну вот, покорми его, будь чего? Добра. Чего? Раздурел? Самим жрать нечего. Приболел он с голодухи-то. Помрете. Своих хватает. Не буду я чужое дитя к грудям припущать. И не думай. Нашел дойную корову. Ну иди, иди себе. С Богом.
красный казачок. Миром не согласись. Силком заставлю. Это как же? А вот так. Корми живо. А ну отвернись. Сильный, бесстыжий. Сиди. Она тоже есть хочет. Успеется. Я эти шумнуть могу. Ты не думай. А кто там? Может, есть кто. Только спробуй. Ух. Угрызайте, паханец. Непривычный он. В первый раз титьку тянет. А мать-то где? Нету ее. Ох, лошадь, пес. Опростал должно. Ты перемени это. Ишь ты, знающий какой заявился. Ну, отойди. Брось! А! Иди сюда, мамань! Дай капусту, а огурцу! Пойдешь или нет? Брось! Человек, а он не смело. Мягкий он человек, как тесто. И ты не думай, как и что. Поганый он человек. Нечисть мергит на него. Ой, я больше. Лишь уходи, Лиска! Хватит. Лишек все одно отрыгнет. А через горницу тебе не пройтись будет. Влазь в окно. Вот теперь и войди в понятие. Куды ж мне с ним деваться? Как ты есть заведующий этого детского дома, то прими дитя. Он уже смышленый. И жовки потребляет. Возьми его от лиха. Берешь? Вот спасибо тебе, гражданка. Ты не сумлевайся. Как только разобьем банды, заберу его на вовсе. Ну, прощай, сынок. Семя Шибалкова. Прости. Ты чего это, сукин сын, отца за бороду треплешь? Я ли тебя не пестал? Я ли с тобой не нянчился, а ты под конец драку заводишь? Ладно.
Да, я тебе на прощание в маковку поцелую. Ну, прощевайте. До свидания, товарищ. Да вы не сомневайтесь, добрая гражданка. Думаете, он и кричать будет? Нет. Он у нас трошки из большевиков. Кусаться, кусается, нечего греха таить. А слезу из него не вышибешь. Весь в батьку. Постойте, товарищ. А звать-то его как у вас? Звать-то? Да ведь... Николкой его кличить. Николай Яковлевич. По фамилии Шиболок будет.